Всем привет, меня зовут Алибек. Мы продолжаем нашу коктейльную рубрику и сегодня будем готовить смеш дыня базилик. Для начала разрезаем дыню. Удаляем семена, нам понадобится только мякоть. Все же я попробую собрать мякоть ложкой для мороженого. Ого, прикольно. Я думаю, этого более чем достаточно. 5-6 листочков зеленого свежего базилика и сок половины лимона. И давайте тщательно все подавим. И 30 миллилитров сахарного сиропа. Заполняем все дробленым льдом. И самый главный ингредиент – газированная вода Sevens. Все тщательно перемешаем. И досыпаем льдом доверху. Гарнируем смеш долькой дыни и зеленого базилика. Смеш дыня-базилик готов. Ребята, если вы пробуете делать коктейли по нашим рецептам, оставляйте комментарии. И до новых встреч на нашем канале.